Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу фермер 3х6 перегородкой с цельной дверью и форточкой в торце. Пока приехали, расположились и начинаем. О! Начинаем работать. Вот хозяин участка. Каркас поставили, закрепили к основанию, прилепили уголки, отливы. Сейчас начинаем крыть. Кроем, потом закрываем форточки с дверями, и система подвязки у нас останется на этой теплице, и теплица будет готова. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу фермер 3х6 на бетоне. Цельная дверь с одного торца, перегородка 4 метра и 2 метра получилось отсеки, форточка торцевая с другой стороны. Также у нас имеется система подвязки, 4 нитки. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20, арки в виде ферм, покрашены полимерным порошковым способом. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены, как обычно. Также резиновый торцевой уплотнитель установлен. Также имеются диагональные усилители, чтобы каркас был более устойчивым. Вот такая отличная прочная конструкция. У нас получилось. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.